Поспорили с коллегой, на что похожи эти цветы. Я говорю орхидея, а она утверждает шизантус. Чего? Досмотрите видео до конца и напишите ваш вариант, а пока расскажу, как я их делала. Мне понадобился один лист тонкой вафельной бумаги без шаблона, я вырезала вот такие лепестки. Тонкую флористическую проволоку я нарезала на 4 части и с одной стороны сделала петлю. Обмотала ее обрезками вафельной бумаги, предварительно смочив ее в воде. Лепестки промокнула влажной кисточкой с обеих сторон и закрепила каждый лепесток на отрезке проволоки. Затем важно хорошо просушить каждый лепесток и серединки цветка. После этого я прикрепила каждый лепесток к серединке, скручивая их в стебель. Здесь может быть любое количество лепестков от 3 и более. Затем я обмотала стебель тейп-лентой, и вот такие красивые цветы получились. Благодаря изолированным стебелькам их можно закрепить внутри торта. Дополнительно к каждой серединке цветка я приклеила пищевое золото с помощью нейтрального геля. И установила золотой топпер. Вот такой нежный тортик у меня получился. И все-таки на какие цветы они похожи? Напишите в комментариях.